19 марта этого года около 7 часов вечера Санасар Аристакисян вышел из кафе «Пирогомания» на Севастопольской, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего: славянской внешности, на вид 60 лет, рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы на голове отсутствуют. Особых примет нет. Был одет в свитер серого цвета, короткую куртку цвета хаки, серые брюки и темно-серые кеды. На голове синяя кепка. Полиция просит всех граждан, обладающих информацией о местонахождении Аристакисяна Санасара Аршаковича, звонить 02 или по телефонам, которые вы видите на экране. Вознаграждение и конфиденциальность семья пропавшего гарантирует.